буквы «ы», «и», «и» после приставок. После приставок на согласные пишется буква «ы», если однокоренные слова без этих приставок начинаются со звука «и». После приставки «сверх» пишется буква «и». Безыдейный, идейный, подытожить, итог, но сверхизвестный, после «сверх». Орфограмма номер 28. Чтобы определить, какую букву писать после приставки, рассуждайте так. Подыграть. В этом слове есть приставка на согласную. После нее надо писать букву «ы», так как слово без этой приставки начинается с «и». Играть.